Четыре серебряные и пять бронзовые медали завоевали воспитанники спортивных школ Дагестана на первенстве СКФО по дзюдо среди молодежи до 21 года. Соревнования прошли в Грозном, в шаге от высшей ступени. Пьедестал почета остались Магомед Расул Ахмедов, Загид Магомедов, Нелли Караева и Хадижат Догеева. Всего же обладатели 16 комплектов наград определили 430 спортсменов, в их числе и 83 спортсмена от сборной Дагестана. По итогам турнира наставники отберут команду округа для первенства страны. Пройдет оно в середине ноября в Красноярске.